Дорогие друзья, начинаем 64-й выпуск программы «Дом культуры». августа 1749 года в германском городе Франкфурт на Майне родился Йоганн Вольфганг Гёте, великий немецкий писатель, значение которого для мировой литературы примерно такое же, как Леонардо и Рембрандта для мировой живописи. Он работал в разных жанрах – поэзии, прозе, драме, философских эссе. Был зачинателем движения в искусстве, которое называется «Буря и натиск». Был основателем направления в литературе, которое получило название «Веймарский реализм». Самым знаменитым произведением Гёте бесспорно является его трагедия «Фауст» о средневековом ученом, который продал душу дьяволу, чтобы прожить вторую жизнь. Эту историю знают все благодаря опере «Гуно». Но мало кто читал первоисточник Гёте. То же самое относилось и ко мне, хотя «Фауст» стоял на нашей книжной полке в домашней библиотеке. Мой интерес к «Фаусту» возник благодаря румынскому фильму «Фауст 20 века», который вышел на советские экраны в середине 60-х годов. Это был ремейк истории про Фауста. Там современный румынский профессор, человек престарелый, смертельно больной, благодаря сделке с дьяволом возвращает себе и здоровье, и молодость. Фильм был сделан в комедийном ключе и вызывал большой интерес у публики. В первой части фильма старый профессор часто цитировал Гёте, произнося целые строфы из «Фауста». А дублировал его наш советский актер Андрей Файт, про которого я рассказывал в 5-м выпуске «Дома культуры». Он произносил тексты Гёте в русском переводе и делал это очень выразительно. Думаю, вы помните Гёте. Назад взглянуть, чтоб перенять нам дух времен ушедших. Чудесно знать, что занимало всех мудрецов до нас. И лестно нам, что далеко ушли мы. О да, до звезд далеких. Я предлагаю более эффективное решение, господин профессор. Полную замену тела, если оно отслужило свой срок. Все тот же Фауст, мой дорогой доктор. Постиг я все с усердием моим и философией, и право, и медицину. Изучил в надежде, что стану всех умней. А что ж потом, глупее стал еще, чем был я прежде. Я разработал метод перенесения импульсов. Я отделяю их от одного мозга и по способу магнитофонной записи наношу на кору головного мозга другого лица. Вы утверждаете, что можно отделить электромагнитный импульс? Конечно, господин профессор. Память, рефлексы, чувства, опыт. Словом, всю психику человека я могу отделить от его тела и перенести ее целиком в другое. Молодое и здоровое, которое будет жить долгие годы. А если повторять эту операцию, психическая жизнь индивидуума может продолжаться вечно. Совершенно верно. Смерть будет побеждена. Стихи Гёте произвели на меня сильное впечатление, и, вернувшись домой после кино, я достал с полки «Фауста» и стал читать его в переводе Пастернака. И меня поразило сочетание мудрости и красоты изложения. Мне было 20 лет. До этого я воспринимал литературу с точки зрения того, про что там рассказано. А теперь я начал воспринимать ее с точки зрения того, как это рассказано. И «Фауст» Гёте в переводе Пастернака был наилучшим примером для этого. Дальнейшие произведения Гёте я буду подробнее рассматривать по мере их возникновения в биографии писателя. Дед Йоганна, Фридрих Георг, который скончался за 19 лет до рождения внука, обладал редкой деловой хваткой. Он приехал во Франкфурт из Тюрингии, не имея никакого состояния, лишь ремесло портного. Но открыв в городе портновское ателье, он повел дела так хорошо, что вскоре смог открыть и собственный трактир, который тоже пользовался колоссальным успехом у горожан. И дед начал быстро богатеть и скопил такое состояние, которое впоследствии кормило и его сына, и внуков. Я обратил внимание на одну деталь. Приехав во Франкфурт, дед официально изменил правописание своей фамилии с Гёте на Гёте, более немецкой по орфографии. Эта деталь показалась мне любопытной. Отец Гёте, Йоганн Каспар, был юристом.
занимал должность имперского советника. Он был образованным человеком, собирал библиотеку, коллекционировал произведения искусства. В 38 лет он женился на 17-летней дочери городского старшины и верховного судьи Каролине Элизабет. Она не питала к мужу особых чувств. И оно понятно, потому что брак их был рациональным, заключен по воле родителей и не соответствовал представлению молодой женщины о любви и счастье. Но таковы были большинство браков того времени. Через год она родила первенца, будущего писателя. Еще через год его сестру Корнелию. Другие 4 ребенка умерли во младенчестве. С 7 до 9 лет Гёте посещал общественную школу. После этого отец нанял для него и сестры 8 репетиторов, которые обучали их языкам. Немецкому, французскому, латыни, греческому, английскому, итальянскому. Это был обязательный набор языков для тех, кто хочет получить высокооплачиваемую государственную должность. А кроме этого, Йогана и его сестру обучали идишу и ивриту. Это меня очень удивило. Зачем немецким детям, посещающим христианскую церковь, языки иудеев? Объясняться это могло только одним. Семья Гёте по отцовской линии унаследовала еврейскую кровь. Не случайно дед поменял свою еврейскую фамилию на более немецкую по написанию. К тому же в семье сохранялось уважение к традициям, культуре и религии предков. Германия того времени не была столь антисемитской страной, как Третий Рейх. И благодаря этому Гёте не стал националистом, как его земляк, оголтелый антисемит Рихард Вагнер. Помимо языков, Йогану и его сестре преподавали естествознание, рисование. Обучали играть на клавесине, виолончели, верховой езде, фехтованию, танцам. В домашней библиотеке насчитывалось свыше 2000 томов. И именно там юный Йоган узнал легенду о докторе Фаусте. Брата с сестрой часто водили в театр, и дети получали там яркие впечатления. По просьбе юного Йогана бабушка купила ему домашний кукольный театр. И Йоган так увлекся им, что стал сочинять для него пьесы, которые потом разыгрывал вместе со своими сверстниками, которые бывали у них в доме. Когда ему исполнилось 16, отец отправил его в Лейпциг учиться в университете юриспруденции. Лейпциг в то время был культурной столицей Германии. Его называли «Маленький Париж». Там было много театров, и Гёте постоянно посещал их. В июле 1768 года у 19-летнего Гёте открылось горловое кровотечение в силу обострения туберкулеза. И он вынужден был в августе вернуться во Франкфурт без ученой степени, к великому разочарованию отца. Вообще, взаимоотношения между отцом и сыном были сложными, лишенными внешней теплоты. Вероятно, они напоминали отношения между толстовским князем Андреем и его суровым отцом, не терпящим сантиментов. Через полтора года, когда здоровье как-то поправилось, Гёте вернулся к учебе, но теперь уже в Страсбургском университете. Надо сказать, что Гёте был очень влюбчивым молодым человеком. Его первая любовь была дочерью трактирщика Анна Катарина Шонкопф. Ей он посвятил первый поэтический сборник, который назывался «Анетти». Читаю одно из стихотворений этого сборника. «Венчались книги древних обычно именами богов и муз, но только не именем любимой, а для меня в Анетти воплощены навеки и божество, и муза. Пусть эта книга носит ее святое имя». Перевод Ирины Грицковой. Слишком высокопарно для любви. Через некоторое время, во время своей поездки с однокурсником по Эльзасу, Гёте знакомится с семьей сельского пастора и его дочерью Фредерикой, влюбляется в нее. Ей он посвящает несколько своих стихотворений. Одно из них называется «Фредерики Брион». Привожу первую и последнюю строфу этого стихотворения. «Проснись, восток белеет, как яркий день, твой взор, блеснув, развеет ночную тень. Вот птицы зазвенели, будя сестер, поет, вставай с постели, их звонкий хор. Ты проспала признание, плач соловья, так слушай в наказание, вот песня моя. Я вырвался из плена назревших стров, красавица Камена, услышь мой зов». Перевод Вильгельма Левика. Очень напоминает пушкинское «Мороз и солнце, день чудесный». Наверняка это стихотворение Гёте навеяло стих Пушкина. Взаимоотношения между Гёте и Фредерикой длились больше года. Их уже стали считать женихом и невестой. И вдруг в какой-то момент Гёте охладел к ней и написал девушке письмо с предложением остаться друзьями. Вероятно, любовь его была не так сильна, не превратилась в страсть, которая толкает на решительные поступки. А что касается Фредерики, то она после этой размолвки так и не вышла замуж. И их любовный роман стал основой для знаменитой оперетты Франца Легара «Фредерика». Вот музыка из нее как раз звучит.
Героиня оперетта Фредерика страстно влюблена в Гёте, но в какой-то момент понимает, что семейная жизнь не для этого гения, что она не позволит осуществить ему его миссию в искусстве. И тогда она притворяется, что увлеклась кем-то другим и провоцирует разрыв, а сама горько страдает. И зрители плакали на этой оперете, жалея Фредерику. На самом деле в жизни все было не столь драматично. После Гёте у Фредерики был роман с поэтом Ленцем, который тоже ничем не закончился. Потом, возможно, были другие романы. Во всяком случае, большой любви там не было. Летом 1771 года Гёте получает степень лиценциата и начинает заниматься адвокатской практикой у себя во Франкфурте. Через 2 года он заканчивает свою первую пьесу «Гёц фон Берлихинген», и она приносит ему первый литературный успех. Про средневекового рыцаря Гёца фон Берлихингена я узнал еще мальчиком из книги мистических новелл, в которой была новелла Жана Рея «Рука Гёца». Эта новелла пугала меня по ночам. В ней рассказывалось о том, как к автору приходит его родной дядя, очень любопытный человек, который просит показать ему коллекцию диковин, в которой была железная рука рыцаря, спрятанная в запертой клетке. Племянник рассказывает дяде, что эту руку ни в коем случае нельзя выпускать из клетки, потому что она, по преданию, принадлежит покойному разбойнику Гёцу фон Берлихингену, который заключил сделку с дьяволом. Но когда племянник выходит из комнаты, то слышит страшный крик своего дяди. Тот из любопытства не послушался племянника, открыл клетку, рука откусила ему пальцы и сбежала за окно. И с этого момента начинается череда страшных убийств, которые творит эта рука, похожая на железного паука. Ее жертвой становится и дядя. И тогда автор, оставив свой дом, сбегает из города, чтобы не стать жертвой железной руки. Помня эту новеллу с детских лет, я, учась в институте, с большим любопытством приступил к прочтению первой пьесы Гёте. Но там не было никакой мистики. Вместо этого были длительные разборки между рыцарями, которые то клялись друг другу в верности, то предавали товарищей, меняя сюзеренов и изменяя своим клятвам. Главный герой пьесы, рыцарь Гёц фон Берлихинген, был человек мужественный. Он потерял в сражении правую руку, носил протез и более других был верен своему слову, воспринимался как положительный персонаж. Пересказывать эту пьесу – занятие скучное и трудное. Тем большее удивление вызывает, что у современников Гёте эта пьеса вызывала большой интерес. Но, вероятно, это имеет отношение к национальным особенностям немецкого характера. Немцы обожают свою вымышленную историю. Их очень интересуют мифы о жизни их предков, как бы нелепы они ни были. Именно этим объясняется всеобщее обожание цикла опер Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» и большой успех фильма «Нибелунги» 1924 года Фрица Ланга, который шел 5 часов. И когда нам на высших режиссерских курсах показывали эту картину, то все без исключения заснули. В мае 1772 года Гёте, которому исполнилось 23, по настоянию отца уезжает в город Ветцлар для прохождения юридической практики. Здесь он влюбляется в 3-й раз, но теперь уже по-настоящему. В невесту своего друга. Она не отвечает ему взаимностью, и это заставляет Гёте сильно переживать. Его переживания нашли свое отражение в знаменитом романе «Страдания молодого Вертера», который представляет собой набор писем Вертера, отправленных его другу Вильгельму, где он описывает все, что с ним происходит. Напомню сюжет. Вертер приезжает в небольшой городок, знакомится с городским головой и его старшей дочерью Лоттой, в которую влюбляется с первого взгляда, зная, что у нее есть жених и уже назначит день свадьбы. Своими переживаниями он делится с Вильгельмом, и тот советует ему трезво оценить ситуацию и либо добиваться от Лоты взаимности, если он чувствует такие силы, либо избавиться от этой страсти и оставить Лоту в покое. Но Вертер не в состоянии сделать ни того, ни другого. Он ежедневно встречается с Лотой, ее женихом Альбертом, очень благородным человеком, подолгу беседует с ними во время прогулок, а по ночам предается страданию, и его друг Вильгельм беспокоится за его здоровье. Он устраивает ему назначение на дипломатическую работу в другой город, в посольство, чтобы он смог покинуть свою Лоту. И прощаясь с Лотой и ее женихом Альбертом, после вечерней прогулки Вертер провожает их взглядом и так рассказывает об этом в письме Вильгельму. «Они пошли по аллее, залитой лунным светом. Я стоял и смотрел им вслед. Потом бросился на траву, наплакался в волю. Вскочил, выбежал на край террасы и увидел еще, как внизу, в тени высоких лип,
мелькнуло у калитки ее белое платье и протянул руки, и оно исчезло. Так заканчивается первая книга романа. Вторая книга начинается с серии писем, которые отправляет Вертер Вильгельму с места своей дипломатической службы. Через 3 месяца он пишет первое письмо Лотте, где описывает свою жизнь, и отвечает на письмо Альберта, который сообщает ему, что они с Лоттой уже поженились. Он пишет Альберту: «Я знаю, что занимаю 2-е место в сердце Лотты, и хочу, и должен сохранить его. О, я с ума бы сошел, если бы она могла меня забыть. Альберт, эта мысль для меня ад». Надо сказать, что довольно неуместное признание, которое не помогает самому Вертеру, а друзей ставит в двусмысленное положение. На службе у него тоже идут дела неважно, он ссорится с начальником и подает в отставку. Предоставленный сам себе, он совершает сентиментальное путешествие по местам своего детства, затем решает идти на войну. Но его от этой затеи отговаривает знакомый генерал. И тогда Вертер решает посетить Эннские рудники и пишет об этом Вильгельму. «Дело вовсе не в рудниках. Я хочу быть поближе к Лотте, вот и все. Я смеюсь над собственным сердцем и потворствую ему». Встретившись вновь с Лоттой и Альбертом, он пишет Вильгельму: «Со мной она была бы счастливее, чем с ним. Такой человек, как он, не способен удовлетворить все запросы ее сердца. Зато, милый Вильгельм, он любит ее всей душою, и такая любовь заслуживает всяческой награды». Вильгельм советует Вертеру обратиться к религии и направить свою любовь к Господу. Но Вертер отвечает на это: «Оглянись на мир, и ты увидишь, что тысячам людей религия, будь то католическая или протестантская, помощью не была и не будет. Так почему же она должна помочь мне?» Я думаю, что это свежее и смелое высказывание для того времени взволновало тогдашнее общество. И, наконец, последняя часть романа – эпилог, где сообщается о финальных событиях этой истории. По городу пошли слухи о странных взаимоотношениях между супругами и Вертером. И по просьбе Альберта Лотта попросила Вертер оставить их в покое и покинуть город. Вернувшись домой, Вертер начинает писать прощальное письмо. Но не заканчивает его, а вновь отправляется к Лотте, зная, что Альберта нет дома. Молодые люди вдвоем. И по просьбе Лотты Вертер начинает читать стихи. Через какое-то время, охваченные сильным чувством, молодые люди бросаются друг другу в объятия. Он стал покрывать неистовыми поцелуями ее трепещущие губы. «Вертер!» – крикнула она. Он не стал противиться, разжал объятия и, не помня себя, упал к ее ногам. «Это не повторится. Вы больше не увидите меня, Вертер!» И, бросив на страдальца взгляд исполненный любви, она выбежала в соседнюю комнату и заперлась на ключ. Он ждал и молил, и снова ждал, потом крикнул: «Прощай, Лота, прощай навеки!» И бросился прочь. Наутро Вертер послал своего слугу к Альберту с запиской, в которой просил одолжить ему пистолеты на время путешествия. Лотта передала слуге пистолеты, и когда он вернулся, и Вертер узнал, что они получены из рук Лотты, он возвратился к письму. «Ты, Лотта, протягиваешь мне оружие. Из твоих рук хотел я принять смерть, и вот теперь принимаю ее». Дождавшись полночи, он застрелился. За гробом шли отец и братья Лотты. Альберт идти не мог. Жизнь Лотты была в опасности. Гроб несли мастеровые. Никто из духовенства не сопровождал его. Когда я читал «Страдания молодого Вертера», учась в институте, то был ровесником героя, и он казался мне капризным парнем, плаксой, который всех достал своими переживаниями. Я тоже был влюблен и тоже страдал, когда моя избранница обращала внимание на другого. Но такие чрезмерные переживания не были свойственны людям моего поколения и вызывали скорее сожаление, чем сострадание. А плаксивый, чересчур чувствительный текст его писем могла бы вполне произносить Раневская в роли графоманки и также рыдать в фильме «Драма», о котором я рассказывал в прошлом выпуске. Так почему же роман Гёте имел такой оглушительный успех, прославил автора на всю Европу и вызвал череду самоубийств у чувствительных молодых людей, потрясенных смертью Вертера? И даже такой хладнокровный человек, как Наполеон, который завоевал Германию и пожелал увидеть лично Гёте, сказал ему при встрече: «Вашего Вертера я перечитывал 7 раз». Дело в том, что Гёте был первым, кто занялся психологией своего героя, его самокопанием, наделив его всем спектром своих собственных переживаний. Это было настолько ново и необычно для читателей, что вызвало эффект идентификации с героем, неизвестный до этого. Должен сказать, что литература пошла по этому пути. Так появился и Стендаль, и Флобер,
А русские писатели занялись психологией своих героев, прежде всего Толстой и Достоевский. И если сегодня роман Гёте кажется устаревшим, то это нисколько не снижает его значения для развития мировой литературы. А вот опера, написанная по этому роману, «Вертер» Масне, нисколько не устарела. И сегодня с успехом идет на оперных сценах мира. А ария Вертера «О, не буди меня, зефир младой весны» считается жемчужиной оперного искусства. И предлагаю фрагмент из нее в исполнении Сергея Лемешева. О, не буди меня, зефир младой весны. В 1775 году 26-летнего Гёте приглашает на службу 18-летний герцог Карл Август, и Гёте переезжает к Веймарскому двору, где проводит большую часть своей жизни. Прославившегося автора принимают очень хорошо, ему поручают руководство придворным театром. Он становится советником герцога с окладом 1200 гульденов в год. Его реформаторская деятельность, борьба с коррупцией, руководство университетом дают основания для получения дворянского титула. Он и получает его к 33 годам и достигает пика своего влияния. Но наживает массу недоброжелателей и завистников, которые начинают критиковать и его реформы, и его стихи. А деятельность Гёте необычайно обширна. Он занимается научными изысканиями в области горного хозяйства, лесного хозяйства, сельского хозяйства, занимается геологией, минералогией, ботаникой, анатомией. То есть представляет собой тип универсального человека, который возник в эпоху Возрождения и Просвещения, и который затем исчез, сменившись узкими специалистами, далекими от универсализма. А Гёте был универсал. Столь разнообразная деятельность не оставляла Гёте времени для занятий художественным творчеством. Поэтому в какой-то момент он решил оставить государственные дела и заняться литературой. С этой целью он покидает Веймар и едет в Италию под вымышленным именем Йоган Мюллер, чтобы избежать ненужного внимания к своей особе. Здесь, в Италии, он испытывает творческий подъем и пишет несколько знаменитых пьес «Торквато Тассо», «Ифигения» и знаменитую трагедию «Эгмонт», герой которой – борец за освобождение Нидерландов от испанского владычества, стал символом свободы и самоуважения человека. И великий Бетховен, вдохновленный этой пьесой, написал к ней великую музыку, которая стала вершиной симфонического искусства. Гёте вернулся в Веймар после своей итальянской поездки, которую описал в итальянских записках, и не только приступил к своим обязанностям при дворе герцога, но и завел любовный роман с 23-летней модисткой Кристианой Вольпиус. В сословной Германии они были не равны друг другу по положению в обществе, и мать отрицательно относилась к их связи, но Кристиана родила ему сына Августа. Правда, это нисколько не изменило отношение к ней со стороны его матери, да и самого Гёте, который вдруг решил посвататься к 21-летней аристократке и просил ее руки. Но отец не дал согласия на брак, и Гёте пришлось продолжить жить с Кристианой. Она занималась домашним хозяйством, стала полноправной хозяйкой, и в какое-то время Гёте просто не мог шагу без нее вступить. И через 18 лет после начала их отношений они, наконец, официально поженились.
Их отношения напоминают мне взаимоотношения между Доменико Сориано и Филуменой Мартурано из пьесы Эдуардо де Филиппо, по которой снят замечательный фильм «Брак по-итальянски» режиссером Витторио де Сика. Что ты делаешь, Филуме? Ты совсем обезумела! Я убью тебя! Замолчи! Я убью тебя! Замолчи! Я убью! Замолчи! Я убью! Я любила тебя, Доме. А сейчас еще больше, чем прежде. Наконец мы подошли к рассмотрению самого главного произведения Гёте – трагедии «Фауст». Он работал над ним более полувека. Начал, когда ему еще не было 30, а закончил в возрасте 82 лет, за год до смерти. Отчего так долго длился этот процесс? Я думаю, что из-за авторских амбиций. Для своей трагедии Гёте выбрал сюжет о ученом и мыслителе Фаусте и решил сделать самое грандиозное произведение, какого до него не делал никто, включая обожаемого им Шекспира. Он решил сделать главное произведение века, изложив в нем смысл человеческой жизни, отличный от общепринятого, церковно-религиозного. Когда автор ставит перед собой такие амбициозные задачи, неизбежны творческие тупики, потому что конкретность изложения отличается от того идеала, какой представлялся в начале замысла. И замысел постоянно расширяется. О подобной ситуации я рассказывал в 55-м выпуске «Дома культуры», когда говорил о двух последних фильмах режиссера Алексея Германа, который, став заложником собственных амбиций, никак не мог завершить работу над этими фильмами. Один снимал 7 лет, другой 14. Для Гёте, который был писателем, а не кинематографистом, подобные творческие тупики не были столь драматичными, как для режиссера, у которого каждый день производство стоит колоссальных денег. Гёте мог в любой момент остановиться, заняться другими проектами, которые не вызывали у него таких сложностей, а потом вернуться к работе над «Фаустом». Но переходим к более подробному разговору об этом произведении. «Фауст» начинается двумя прологами. Первый – театральный пролог. Перед закрытым занавесом появляются три персонажа – директор театра, поэт и комический актер. И у них возникает спор, какое искусство нужно зрителю. Директор и поддерживающий актер считают, что зрителю нравятся несложные шутки, забавные ситуации и накал примитивных страстей. Это самое привлекательное для публики, от этого зависит успех спектакля. Должен сказать, что американские кинематографисты на протяжении многих десятилетий придерживались точно такой же точки зрения. Их кино было гораздо примитивнее европейского, но успешнее, потому что нравилось и было понятно миллионам зрителей, и оно в конце концов оказало влияние на весь кинематографический мир. Поэт не согласен с такой точки зрения. Он считает, что искусство не может заниматься развлечением невзыскательных масс. У него другая задача. Оно дано самим Богом для того, чтобы вызывать высокие чувства и облагораживать общество. Этот спор не потерял своей актуальности и до сегодняшнего дня. Но мне лично ближе точка зрения Вольтера, который говорил или призывал: «Поучай, забавляя». Под словом «забавляя» надо понимать не клоунаду и комедию, а все интересное, что может быть привлекательно для зрителей – красота, накал страстей, интересный сюжет. При этом под произведением должна обязательно быть основополагающая идея, или, как говорил Станиславский, сверхзадача. Задачи искусства в театральном прологе были жадно восприняты современниками. В России его перевел мудрый Александр Грибоедов и сделал это очень талантливо. Но идем дальше. После театрального пролога занавес открывается, и перед зрителями предстает небесная канцелярия во главе с Господом Богом. Архангелы восхваляют дела Господни. Но появившийся здесь Мефистофель обращает внимание на то, что не все дела Господа так уж хороши. Люди, живущие на земле, страдают от нищеты. Вся жизнь их полна страданий, и причиной этому разум, который Бог почему-то дал человеку. На это Бог возражает, что только благодаря разуму человек сможет справиться со всеми препятствиями, встающими на его пути. И в качестве примера приводит ученого-чернокнижника Фауста, который обуреваем жаждой познания, и она неукротима. Мефистофель в этом сомневается. Он заключает пари с Богом. Из соизволения Господа Мефистофель может творить любые эксперименты над Фаустом, но не сможет укротить его жажды познания. В этом, пожалуй, и состоит главный смысл произведения. А главный смысл человеческой жизни – как раз не в том, чтобы продолжать род и не совершенствовать свою бессмертную душу, а в познании, вечном познании мира. Так думает Гёте,
Так думает его модернистский Господь Бог, чей образ кардинально отличается от церковных представлений о Создателе. Вслед за небесным прологом следуют две части Фауста, из которых первая строится вокруг любви Фауста и Маргариты, заканчивается Вальпургиевой ночью, их широко известно по опере «Гуно Фауст». А вторая часть представляет собой путешествие Фауста в прошлое, где он познает любовь прекрасной Елены, спасает некое германское королевство, создает плодородную землю для жизни людей. Здесь он проживает свою вторую жизнь до глубокой старости и, став слепым стариком, принимая желаемое за действительное, восклицает «Остановись мгновение». Этой фразы Мефистофель ждал на протяжении всей трагедии. Она означает, что Фауст остановился в своем желании познавать мир, и теперь его душа принадлежит Мефистофелю. И только он собирается забрать душу Фауста, как с неба спускаются ангелы и забирают душу Фауста к Богу. Мефистофель остался ни с чем. Когда я в институте читал Фауста, то этот момент показался мне вероломством со стороны Бога, в то время как Мефистофель терпеливо и точно выполнял уговор. Я не очень разобрался в этом вопросе, а сдав экзамен, больше к Фаусту не возвращался. Он остался в моей головной библиотеке, сыграв свою роль в моем культурном развитии. Но с главной идеей Фауста я согласен. Смысл жизни человека в познании мира. А другие смыслы, такие как продление рода и совершенствование души, тоже важны, но второстепенны. Но если Гёте прав, и главный смысл жизни в познании, то почему же на свете такое количество дураков? Их подавляющее большинство. Но они нисколько не хотят заниматься познанием мира. Одни в силу примитивности и невежества, другие потому, что их удовлетворяет религиозная картина мира. Третьи занимаются стяжательством, аферами, борьбой за власть и комфорт. Кого же имел в виду Гёте? Я думаю, человека с большой буквой. Одного из лучших представителей рода Homo sapiens. И если таких людей когда-нибудь станет больше, то и мир станет лучше. Во всяком случае, Фауст Гёте, который был опубликован в 1808 году, вернее, его первая часть, был признан вершиной романтической поэзии. А сам Гёте, наряду с Данте, Шекспиром и Сервантесом, корифеем мировой литературы. Йоганн Вольфганг Гёте прожил долгую жизнь. Он умер 22 марта 1832 года в возрасте 83 лет. И в конце разговора о нем мне хочется обратить внимание на важную идею, которую выдвинул он первым. Это идея о общемировой литературе в противовес национальной. Гёте писал: «То, что разные нации благодаря литературе начинают узнавать друг о друге, в этом давно нет сомнения. Но теперь литература разных стран начинает оказывать заметное влияние друг на друга, и в ней начинают происходить общий и связанный процесс взаимного развития. Это приобретение последних десятилетий. Процесс всеобщего развития европейской, а затем и мировой литературы начался, конечно, при Гёте. И благодаря его большому влиянию, как самого авторитетного литератора, и благодаря этому мы сегодня, читая мировую литературу, не делим ее на своих и чужих авторов. И в этом самая большая заслуга и достоинство искусства, которое больше, чем что-либо другое, объединяет человечество». Говоря о Фаусте, я упомянул лишь оперу «Гуно» и румынский фильм «Фауст 20 века». На самом деле интерпретаций трагедии Гёте было множество. Сотни театральных постановок, десятки экранизаций. Первым таким фильмом была короткометражная лента кинокомпании американского изобретателя Томаса Эдисона «Фауст и Маргарита», которая была снята в 1900 году и шла всего 2 минуты. В 1926 году в Германии в период экспрессионизма в немецком кино был снят фильм «Фауст» известным режиссером Фридрихом Вильгельмом Мурнау. Его принято относить к фильмам ужасов, вероятно, потому что Мурнау являлся автором знаменитого фильма «Носферату» – классики жанра. На самом деле в «Фаусте» нет ничего особенно пугающего. Наоборот, наиболее интересными являются забавные сцены, где плутоватый Мефистофель демонстрирует свою любовь к шуткам и розыгрышам.
После того, как в России Борис Пастернак завершил новый перевод «Фауста», а сделал он это в 1953 году, в Советском Союзе возрос интерес к трагедии Гёте. В театре Евгения Вахтангова его главный режиссер Евгений Симонов поставил спектакль по первой части «Фауста». И главной удачей спектакля стала роль Мефистофеля в исполнении Юрия Яковлева. Артист блестяще владел поэтическим словом. Делал это естественно, без излишней декламации и напевности, соблюдая ритм стиха. А его чарующий тембр голоса в сочетании с богатством интонации доставлял ни с чем не сравнимое удовольствие любителям поэзии Гёте. К тебе попал я, Боже, на прием, чтобы доложить о нашем положении. Вот почему я в обществе твоем и всех, кто состоит здесь в услужении. Когда бы я произносил тирады, как ангелов, высокопарный лик, тебя бы насмешил я до упаду, когда бы ты смеяться не отвык. Я о планетах говорить стесняюсь, я расскажу, как люди бьются, маясь. Божок вселенной человек таков, каким и был он испокон веков. Он лучше б жил чуть-чуть, не озари его ты, Божьей искры изнутри. Он эту искру разумом зовет, и с этой искрой скот с котом живет. Прошу простить, но по своим приемам он кажется каким-то насекомым. Полулетя, полускача, он свирестит, как саранча. О, если б он сидел в траве покоса, и во все дрязги не совал бы носа. И это все? Опять ты за свое. Лишь жалобы да вечное нытье. Так на земле все для тебя не так. Да, Господи, там беспросветный мрак, и человеку бедному так худо, что даже я сижу его покуда. Наиболее удачной экранизацией «Фауста» я считаю телефильм, снятый Михаилом Казаковым в 1984-86 годах, где они с Зиновием Гертом продемонстрировали высокий класс поэтического интеллектуального диалога. Ты кто? Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла. Нельзя ли это проще передать? Я дух, всегда привыкший отрицать. И с основанием. Ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады. Творение не годится никуда. Итак, я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот первородное мое начало, моя среда. Что ж ты поинтереснее дела? Себе сын ночи не припас. Об этом надо будет зрело подумать в следующий раз. Теперь позвольте удалиться. Прощай, располагай собой. Знакомы с тем, что ты за птицы, прошу покорно, в час любой. Ступай, в твоем распоряжении окно и дверь. И дымоход. Я в некотором затруднении. Мне выйти в сени не дает фигура под дверной рамой. Ты испугался пентаграммы? Каким же образом тогда проник ты через порог сюда? Как оплошал такой пройдох? Всмотритесь, этот знак начертан плохо. Наружный угол вытянут в длину и оставляет вход, загнувшись с края. Смотри-ка ты, нечаянность какая. Так стало быть, ты у меня в плену. Не мог предугадать такой удачи. Мог обознаться пуделем на бегу. Но с чертом дело обстоит иначе. Я вижу знак и выйти не могу. Ну почему не лезешь ты в окно? Чертям и призракам запрещено наружу выходить иной дорогой, чем внутрь вошли. Законно это, строго. Так законы есть у вас в аду. Вот надо будет что иметь в виду. Эта работа Михаила Казакова убедительно показывает, что вся сила гётовского Фауста в энергии мысли, выраженной в поэтическом слове. И если до Гёта было немало попыток создать интерпретацию легенды о Фаусте, то после того, как он сделал своего Фауста, эти попытки прекратились. Гёте поставил в этом вопросе жирную точку. Однако в 2011 году была предпринята еще одна попытка создать новую версию «Фауста». Ее предприняли кинодраматург Юрий Арабов и режиссер Александр Сокуров. Оба оказались в положении пушкинского Евгения,
который, взирая на возвышающуюся над ним фигуру медного всадника, запальчиво произносит: «Уже тебе!» И вдруг стремглав бежать пустился. Показалось ему, что грозного царя, мгновенно гневом возгоря, лицо тихонько обращалось. Исакуров уехал в Германию, чтобы ставить там сценарий русскоязычного автора Юрия Арабова, причем ставить на немецком языке. Ты. Ты. Иди, иди. Ты же хотел ее спасти? Вот и спасай. Этот фильм вызывал у меня большое любопытство. И едва он появился в кинотеатре «Аврора» на Невском проспекте, как мы с Людмилой отправились его смотреть. Самое начало фильма с длинным наездом камеры на зеленоватые гениталии трупа, над которыми появляется потом лицо Фауста, произвело на меня сильное впечатление. Ci avete detto così tanto sulla struttura dell'organismo umano, ma neanche una parola sull'anima. Quello non l'ho trovato. Это был образ средневекового ученого, который хочет познать тайны мира, даже самые запретные. Вызывало ассоциации с Леонардо да Винчи. Это было талантливо придумано и осуществлено. Вообще в фильме было много любопытных и интересных для меня моментов. Однако, смотря этот фильм, авторы которого вступили в соревнования с Гёте, я невольно задавал себе вопрос, зачем они это сделали, что хотят мне этим сказать. Но терпеливо досмотрев фильм до конца, я так и не получил ответ на свой вопрос. В какой-то степени разрешить его помог фильм о фильме, который снимался во время съемок «Фауста». Этот фильм о фильме начинался с монолога автора сценария Юрия Арабова. Гёте другое все вообще. Гёте другой сюжет. Он писал о том, что человек, который устремлен к небу, даже через отрицательный опыт духовный и через сделку с врагом человеческим, может достигнуть прозрения и может достигнуть некой духовной перспективы. У нас фильм про другое. Наш Фауст разрывает отношения не только с Богом, но и с чертом. И он становится неким инженерным проектом. А как сейчас скажут, нанотехнологический проект. Все. У нас картина о разрыве метафизики в современном человеке, о разрыве связи с метафизикой. Это вообще другой сюжет, и он не имеет никакого отношения к тому, что написано Гёте «Фауст». Итак, Арабов заявил, что написанный им сценарий и снятый по нему фильм не имеют отношения к Гёте, и попытался объяснить его смысл. Однако то, о чем он говорил, так и осталось набором слов, не имеющим, по моему мнению, никакого отношения к снятому фильму. Тогда я попытался получить разъяснение в монологе Александра Сокурова. Всем кажется, что в искусстве возможно создать что-то новое, но между тем понятно, что ничего нового в искусстве создать невозможно. Ну, это противно человеку, на самом деле, верить, не понимая, достойно ли это веры. Понимаете, кто когда оттуда возвращался? Есть ли у кого-нибудь какой-нибудь даже намек на то, что это на самом деле возможно? На самом деле их объединяет их единая человеческая сущность, в первую очередь. Это мужчины все, во-первых, это не женщины. Это все мужчины. И их всех объединяет единая человеческая сущность. Это главное, что их объединяет. И поэтому все проблемы, какие у них есть, все проблемы, которые стоят перед ними, это проблемы мужские. В высказываниях Сокурова, за общими словами, я так и не увидел, не понял идеи фильма. Но она все же была. До 2011 года Сокуров был участником неоднократно и номинантом Венецианского фестиваля, но главного приза не получал. А теперь, привезя на фестиваль своего снятого «Фауста», он стал обладателем «Золотого льва» Венецианского фестиваля и тем самым исполнил свою давнюю мечту. Вероятно, в этом и заключалась сверхзадача режиссера, с чем его можно и поздравить.
26 августа 1870 года в городе Наровчат Пензенской губернии Российской империи родился Александр Куприн, выдающийся русский писатель первой половины XX века. Первыми книгами, которые я прочел в детстве, едва научившись читать, были «Белый пудель» и «Гуттаперчевый мальчик» Куприна, потому что в нашей домашней библиотеке они выделялись своим малым форматом и привлекали меня картинками на обложках. Это были книжки из серии «Школьная библиотека» издательства «Детгиз». Оба рассказа были душещипательными, вызывали слезы. В первом было жалко собачку, во втором – мальчика. Став школьником старших классов, я решил познакомиться со взрослыми произведениями Куприна. Больше других меня интересовала повесть «Яма», потому что мама сказала, что читать мне ее еще рано, и это была лучшая реклама. Открыв предисловие автора, я прочел. Знаю, что многие найдут эту повесть безнравственной и неприличной, тем не менее от всего сердца посвящаю ее матерям и юношеству. То, что мне надо, подумал я. Мне было любопытно, почему повесть называется «Яма», о какой яме идет речь. Выяснилось, что ямой называется Ямская Слобода в Москве, где располагались публичные дома для любителей продажной любви. Это была табуированная тема, которая, конечно, интересовала всех подростков. Я надеялся найти там эротику. Но вместо этого погрузился в гнетущую атмосферу дома терпимости, в безысходные судьбы его обитательниц, к которым я испытывал скорее жалость, чем плотское чувство. И прочтя «Яму», я почувствовал, что стал лучше понимать жизнь, стал взрослее. Более сильное впечатление произвела на меня повесть «Поединок», которую я прожил вместе с ее героем, подпоручиком Ромашовым, прочувствовав и его любовь, и его страх смерти. И я испытал сильные переживания и поднялся на новую ступень в своем взрослении. Подробности повести «Поединок» всплыли в моей памяти во время службы в рядах Советской Армии, когда я стал свидетелем того, как во время утреннего построения на плацу мрачные, злые офицеры, явившиеся на службу после тяжелого похмелья, придирались к стоящим в строю рядовым и били их кулаком в лицо. Еще я помню, как мой сослуживец, студент консерватории, пытался повеситься от постоянных унижений. Я буквально вытащил его из петли и долго уговаривал потерпеть еще год до окончания службы, который пролетит незаметно, хотя понимал, что это не так. Не только год, но даже каждый день и каждый час такой лагерной жизни будет очень заметен. И тогда я понял, что, несмотря на перемены режимов, ментальность народа остается неизменной. И современная советская армия гораздо больше похожа на дореволюционную царскую, чем на любую современную европейскую. Но, довольно этого длинного вступления, я перехожу непосредственно к разговору о самом Александре Куприне. Он был сыном потомственного дворянина Ивана Куприна, который умер через год после рождения сына от холеры. Его мать, Любовь Кулынчакова, происходила из рода татарских князей. После смерти мужа она с сыном перебралась в Москву. Там прошло детство и отрочество Александра. В 10 лет он поступил в военную гимназию. В 17 – военное училище. Там же начал писать. Его первый рассказ был опубликован в московском журнале. Он назывался «Последний дебют». Рассказывал о трагическом дне в жизни драматической актрисы. Рассказ был любительский и свидетельствовал о том, что его 17-летний автор еще совсем не знает жизни. В 1890 году 18-летний Куприн оканчивает военное училище в чине подпоручика и в течение 4 лет служит в пехотном полку под Подольском. Эта служба дала ему богатый материал для дальнейших произведений. Летом 1893 года Куприн решил ехать в Петербург, чтобы сдавать экзамены в Академию Генерального штаба. По дороге на одной из станций он повздорил с полицейским. Дело дошло до драки, и физически более сильный Куприн сбросил полицейского то ли в пруд, то ли в реку. Возник скандал. Этот скандал дошел до Петербурга, и Куприна не допустили до экзаменов. Потеряв возможность сделать военную карьеру, он решил, что сделает карьеру литератора. И мы должны быть благодарны этому приставучему полицейскому за то, что Россия получила большого писателя. Но это произошло гораздо позже. А пока, в 1993 году, Куприн опубликовал свою новую повесть «В потьмах», довольно слабую и надуманную. Зато на другой год, 1894, в газете «Жизнь и искусство» появился прелестный рассказ «Куст сирени». Напомню его сюжет.
Молодой офицер, слушатель военной академии главного штаба Николай Алмазов, готовился к сдаче последнего экзамена. Все свои надежды на будущее он связывал с окончанием академии. Для него это значило начало карьеры, начало благополучия. После той скромной, полной лишения жизни, которую они с молодой женой Верой вели последние годы. На экзамен он должен был представить топографический чертеж инструментальной съемки местности под Петербургом, которым занимался последние несколько месяцев. В ночь перед экзаменом он придирчиво оглядывал готовый чертеж и, решив что-то на нем исправить, нечаянно поставил на него кляксу зеленой тушью. Он был в ужасе. Чертеж был безнадежно испорчен. Что делать? Придя в себя, он не нашел ничего лучшего, как превратить эту кляксу в куст какого-то растения. Обвел ее черным контуром, пририсовал ножку. И утром отправился в академию сдавать экзамен строгому профессору. Профессор, рассматривая чертеж Алмазова, указал на кляксу. «А это что такое?» «Это куст», — сказал Алмазов. «Какой такой куст?» «Куст сирени», — брякнул тот. «Я знаю эту местность», — сказал профессор. «Там нет никакого куста». «Нет, есть», — заупрямился Алмазов, решив врать до конца. «Ну вот что, молодой человек», – сказал профессор, скрывая возмущение, – «завтра мы с вами поедем на это место и проверим, кто из нас врет». Все это Алмазов рассказал своей жене Вере, которая ждала его с нетерпением после экзамена. «Все пропало», – сказал он. «Завтра профессор меня разоблачит, и я буду с позором изгнан из академии». Но жена Вера оказалась человеком решительным и упрямым. «Если там нет этого дурацкого куста, его нужно посадить», – решила она. С этими словами она собрала все свои драгоценности, оставшиеся от семьи, набор постельного белья, который был им подарен на свадьбу в качестве приданого, и с этими вещами они отправились в ломбард. Там они выручили за них наличные деньги. На деньги наняли садовников и на ночь глядя отправились за город, на место, с которого был сделан чертеж. Там, при свете фонаря, в указанное Николаем место садовники посадили пышный куст сирени. Рано утром Вера и Николай вернулись в город. И, не заходя домой, он отправился на встречу с профессором, с которым поехал обратно на место спора. Увидев куст сирени, профессор был несказанно удивлен и долго извинялся перед Николаем за свою забывчивость. На прощание он пожал ему руку, поздравил с окончанием академии и пожелал успешной карьеры. «Какой замечательный человек! Какой умница! А какой профессионал!» – восхищался им Николай, рассказывая жене о счастливом окончании этой ситуации. В этом рассказе эффектный авантюрный сюжет сочетается с убедительным характером персонажей и положительной идеей. В нем побеждают лучшие качества человеческой натуры – любовь, самоотверженность, находчивость. Для литературы, русской литературы того времени, такой жизнеутверждающий рассказ – был редкостью. Этот рассказ я обычно предлагал своим студентам в качестве материала для режиссерской разработки, и в этой работе очень наглядно проявлялись все их достоинства и недостатки. Новые рассказы и повести Куприна регулярно печатались в различных журналах, но эти разовые публикации не могли обеспечить жизнь молодого писателя. Поэтому он вынужден был пуститься в странствие по России в поисках заработков, перепробовав множество профессий. Он был управляющим при строительстве дома, разводил табак, служил в технической конторе, был псаломщиком, играл в театре в городе Сумы, изучал зубоврачебное дело, пробовал постричь в монахи, работал в кузнице и столярной мастерской, разгружал арбузы, преподавал в училище для слепых, работал на Юзовском сталелитейном заводе. Но самой полезной для его будущей деятельности была работа репортера в киевских газетах. Вообще, к репортерству он на всю жизнь сохранил теплые отношения. Мало того, даже свою писательскую деятельность он характеризовал так: «Ты репортер жизни, поэтому суйся решительно всюду, влезь в самую гущу жизни». Такова суть писательской работы. С середины 90-х до начала 20 века Куприн опубликовал более 30 своих произведений, включая рассказы «В лесной глуши», «Оборотень», повести «Молох» и «Олеся». Сильной стороной Куприна были эффектные сюжеты, не имеющие аналогов в предыдущей литературе. К таким сюжетам относилась и знаменитая повесть «Олеся», которая послужила источником для многочисленных театральных инсценировок и нескольких сценариев для кино. Одним из сильных впечатлений моей юности стал шведско-французский фильм «Колдунья», снятый по адаптированной к скандинавской среде повести Куприна «Олеся». Главной удачей фильма, помимо купринского сюжета,
стала исполнительницей главной роли юная и прелестная Марина Влади, которая мгновенно стала мечтой всех представителей мужского пола, включая таких 10-летних мальчишек, как я. Таким мечтателем был и Владимир Высоцкий, которому на тот момент было 18 лет. Но он единственный, кто сумел осуществить свою мечту и сделать Марину Влади своей подругой. Хотя это была, конечно, уже другая Марина. Та, юная и прелестная, осталась в 56-м году в том фильме, фрагмент из которого я предлагаю вашему вниманию. А? Мне сюда или туда? Слушай, может быть, будет удобнее, если ты пойдешь рядом? Ну, иди. А, значит, мы здесь с тобой расстанемся. Подожди. Вот. Возьми. Блюдо. Как тебя зовут? Нам. Инга. Инга. В 1901 году Куприн приехал в Петербург. Он был уже известный писатель, и его тепло приняли коллеги из литературной среды. А с Иваном Буниным у него завязалась крепкая дружба на всю жизнь. По рекомендации Бунина он был принят секретарем журнал «Для всех». Вскоре он опубликовал несколько своих рассказов «Болото», «Конокрады», «Белый пудель». В 1902 он женился на дочери известного виолончелиста Карла Давыдова, Марии. Брак продлился 5 лет, у них родилась дочь. А в 1905 году вышло одно из лучших произведений Куприна – его повесть «Поединок», о которой я говорил ранее. Повесть имела небывалый успех. А в 1957 году повесть была экранизирована на Мосфильме режиссером Владимиром Петровым, тем самым, который до войны снял 2 серии «Петра I» с Николаем Симоновым. Очень крепкий мастер. И фильм «Поединок» получился на редкость удачным, с яркими актерскими работами. Хочу напомнить его тем, кто его когда-то смотрел, и, возможно, заинтересовать тех, кто никогда не видел. Гамлет, садитесь, Жорженька, расставим. Я сегодня богат, обставил Гитца до копеечки. Селиванов, повторить? Ты понимаешь, что такое честь мундира? И это, брат, такая штука. В полном случае у нас в Темрюкском полку. Как мы живем, мы все позабыли. Что есть совсем другая жизнь, дед. Я не знаю, где. Где живут совсем другие люди. И жизнь у них такая полная, такая радостная, такая настоящая. Да, брат, что же говорить, жизнь? А мы что делаем? Сегодня напьемся пьяный, а завтра в роту. Раз, два, левый. А вечером опять будем пить. А послезавтра опять в роту. Неужели вся жизнь в этом? Вы понимаете, вся жизнь. Куприн был смелым и решительным человеком. Находясь в ноябре 1905 года в Севастополе, он стал свидетелем восстания на крейсере «Очаков». До этого он познакомился с лейтенантом Шмидтом и был восхищен его личностью и гражданской позицией. Позже Шмидт возглавил восстание матросов на крейсере «Очаков» по их просьбе.
И в ночь 15 ноября Куприн был свидетелем того, как крепостные орудия Севастополя подожгли крейсер, а потом каратели расстреливали из пулеметов матросов, пытавшихся добраться вплавь до берега, а те, кто добирался, закалывали штыками. В районе Балаклавы, где находился дом Куприна, сумели выбраться на берег 80 матросов. Он укрыл их в своем доме, раздобыл для них гражданскую одежду и сбил со следа полицию. На восстание он откликнулся статьей, которая была напечатана 1 декабря в петербургской газете «Наша жизнь». После этого против Куприна было возбуждено уголовное преследование. Но до суда дело не дошло из-за боязни общественного мнения. И его просто выдворили из Севастополя, и Куприн вернулся в Петербург. После поражения революции 1905 года Куприн находился в депрессии, как, впрочем, и большинство русских писателей. В 1907 он развелся со своей первой женой Марией и женился на племяннице писателя «Мамина сибиряка» Евгении Генрих, которая была сестрой Милосердия. Он прожил с ней до конца жизни. Супруги поселились в Гатчине, красивейшем городке, находящемся в 40 километрах от Петербурга. В 1909 за свои первые три тома рассказов Куприн получил Пушкинскую премию, разделив ее с Иваном Буниным. Это была денежная премия, она пришлась очень кстати Куприну, который постоянно нуждался в деньгах. До начала войны 1914 года Куприн написал множество рассказов и повестей, из которых я бы выделил «Гамбринус», «Гранатовый браслет» и «Штабс-капитан Рыбников», не желая при этом умалить достоинство других произведений. «Гранатовый браслет» – щемящая история великой и безответной любви скромного чиновника к красавице, замужней женщине из привилегированного общества. Это любовь-поклонение – большая редкость. Многие считают это преувеличением, несуществующим в жизни. Но Куприн верил в такую любовь. Как и Андре Муруа, который написал «Фиалки по средам». Как и Данте, и Петрарка, и Боттичелли. Именно поэтому «Гранатовый браслет» продолжает волновать новые поколения читателей. Куприна принято считать антисемитом. И действительно, в некоторых его письмах друзьям и коллегам содержится ряд высказываний, в которых тот выражает недовольство засилием евреев в русской литературе. Однако повесть «Гамбринус» является ярким подтверждением того, что Куприн не мог быть физиологическим антисемитом, как многие его коллеги – квасные патриоты. «Гамбринус» – это восхищенный рассказ о гениальном еврейском музыканте Сашке Скрипаче. Повесть полна сочувствия к герою, восторга перед его жизнелюбием и способностью бескорыстно дарить людям свое искусство. Поэтому Куприн, как писатель, был гораздо шире своей мировоззренческой ограниченности. Да и вообще мы говорим о нем в связи с его талантом. Иначе чем бы он был нам интересен? Наконец, гениальный рассказ «Штабс-капитан Рыбников». Когда я говорю «гениальный», я не бросаюсь этим словом, как многие современные рекламщики. Я действительно считаю его гениальным и, возможно, лучшим произведением малой формы начала 20 века. Идет русско-японская война. В Петербурге появляется русский штабс-капитан, прибывший с фронта в связи с ранением в ногу. Это невысокий брюнет, аккуратного сложения, со скуластым лицом и слегка раскосыми глазами. Он слоняется по питерским кабакам, легко вступает в общение с посетителями, на чем свет стоит, ругает японцев и восхваляет храбрость и мужество русских солдат. Рядом с ним оказывается журналист Щевинский. Офицер интересует его. Они представляются друг другу. Штабс-капитана зовут Василий Александрович Рыбников. У него необычная внешность и необычное поведение, нетипичное для русского человека.
Он много суетится, много говорит, много смеется. Все в нем было обычное, чисто армейское, но было в нем и что-то особенное, затаенное, какая-то внутренняя напряженная нервная сила. Щемельский начинает подозревать, что перед ним японский шпион. Он решает его на чем-то поймать. Начинает говорить о японцах, называя их полуобезьянами. Рыбников с ним соглашается. Следя за ним, за пьяным Рыбниковым, Щемельский замечает, что его глаза в какие-то моменты становятся абсолютно трезвыми. А когда тот демонстрирует ему свою раненую ногу, Щемельский замечает, что его нижнее белье шелковое, что нетипично для русской армии. Но все это лишь косвенные улики и подозрения. И Щемельский предлагает Рыбникову продолжить знакомство и поехать к девочкам. Тот охотно соглашается. Под утро они оказываются в публичном доме, в окружении девиц. Продолжают пьянствовать, и Щемельский в шутку называет Рыбникова всякими японскими именами, на что тот нисколько не обижается. Наконец, девицы разводят их по своим комнатам на втором этаже. И Рыбников оказывается в постели с молодой проституткой Клотильдой. Влечение к женщине, подавляемое до сих пор суровой аскетической жизнью, постоянной физической усталостью, напряженной работой ума и воли, внезапно зажглось в нем нестерпимым, опьяняющим пламенем. Он занимается любовью с Клотильдой, но проявляет при этом непривычную для нее нежность, незнакомые ей ласки, для нее постоянно унижаемые грубыми клиентами, часто битые ими. Это абсолютно невероятно. И она впервые за долгое время испытывает любовное наслаждение. Потом Рыбников засыпает тяжелым сном, а Клотильда не может заснуть, лежит рядом с ним и переживает испытанное потрясение. А Рыбников начинает разговаривать во сне. Но говорит он не по-русски. Это явно восточная речь. В Клотильде просыпается бдительная гражданка. Она тихонько слезает с постели, спускается вниз, где продолжается застолье, и рассказывает всем сидящим о своем открытии. И сейчас же завсегдатый заведения Ленька берет ситуацию в свои руки. Он приказывает Клотильде подняться наверх и сторожить клиента, а сам отправляется за полицией. Проснувшийся Рыбников слышит в коридоре тяжелые шаги. Взглянув на Клотильду, он понимает, что ему грозит опасность. Он бросается к двери, запирает дверь на ключ и кошачьим движением спрыгивает на подоконник в желании спрыгнуть вниз. Клотильда, то ли желая его задержать, то ли спасти, хватает его за руку. Он вырывается и неловко прыгает вниз. В этот момент дверь срывается с петель, в комнату врывается Ленька и выпрыгивает в окно вслед за Рыбниковым. Он наваливается на лежащего Рыбникова, и тот произносит свои последние слова. «Не давите на меня. Я, кажется, сломал ногу». Рассказ Куприна обладает скрытым смыслом, той обобщающей идеей, которой обладает и другой гениальный рассказ другого гениального писателя. Я имею в виду рассказ «Каштанка» Чехова. Из-за примитивной школьной трактовки многие воспринимают его как детскую историю о приключениях собачки. На самом деле и купринский, и чеховский рассказ существуют в двух плоскостях – как реалистические сюжеты и как символические обобщения. Судьба подарила каштанке возможность жить у доброго, ласкового хозяина, который ее хорошо кормит, не бьет, учит всяким премудростям. Она живет в интересной компании, где все равны, где все любят друг друга. Она стала артисткой, познала успех. Но стоит только ее прежним хозяевам, случайно появившимся на цирковом представлении, позвать ее, как она забывает обо всех преимуществах новой жизни и бросается к ним, возвращаясь в свое прежнее существование, где ее постоянно шпыняли, где ее не всегда кормили, где всегда пахло стружкой и где жить ей было привычнее. Каштанка – это образ русского народа, который так же, как она, боится всяких перемен и всегда возвращается в свое прежнее рабское существование. Проститутка Клотильда – та же каштанка. Впервые за свою жалкую жизнь, полную унижений и насилия, она почувствовала, что могла бы быть женщиной, достойной любви и счастья. Это маленькое счастье подарил ей незнакомый мужчина. Лежа рядом с ним, она испытывает невольную благодарность к нему. Однако тут же предает его, проявляя бдительность и верноподданность государству, из-за которого она влачит жизнь проститутки. Это тоже очень характерная черта русского народа. Именно из-за бдительности тысячи советских людей писали доносы на своих знакомых, соседей и сослуживцев, обрекая их на лагеря и расстрелы. Никакой пощады врагам!
будьте изменником Родины! Когда началась Первая мировая война, Куприн отдал свой гатчинский дом под госпиталь для раненых. Сам он некоторое время командовал пехотной ротой в Финляндии. Был ранен. И февральскую революцию встретил в госпитале в Гельсингфорсе. Он принял ее восторженно. Но после Октябрьского переворота с ужасом относился к политике военного коммунизма. Некоторое время он работал в издательстве «Всемирная литература», созданном Горьким. А в июле 1918 года, после убийства Володарского, был арестован. 3 дня находился в тюрьме. Потом его выпустили, но внесли в список заложников, то есть людей, которые в первую очередь подвергнутся массовому расстрелу. В 1919 году в Гатчину вошли белые войска, и Куприн тут же вступил в белую армию в чине поручика. Он стал главным редактором газеты «Приневский край». Когда белые войска стали отступать, он с семьей отступал вместе с ними. Прошел через всю Прибалтику и в конце концов оказался за рубежом России. С июля 1920 года Куприны обосновались в Париже. Не буду описывать их эмигрантскую жизнь. Она не была сладкой. Куприн как писатель не был востребован. Он написал здесь 2 романа «Юнкера» и «Жанетта». Несколько очерков, рассказов. Сотрудничал с эмигрантскими журналами. Но семья постоянно жила в нужде, впроголодь. И в конце 30-х он согласился на уговоры Алексея Толстого, который приезжал по заданию Сталина в Париж, чтобы склонять известных русских писателей к возвращению на родину. Он согласился вернуться. 31 мая 1937 года Куприна тепло встречала Москва. Но это был уже не тот Куприн, которого знали его современники. Россию он покинул крепким, здоровым человеком, а вернулся больным и беспомощным. Куприных поселили в доме отеля «Метрополь», где у них была большая квартира с ванной. Сталин ожидал от Куприна восторженного очерка о России, о Москве. Куприн был не в состоянии это сделать. За него это сделал журналист Вержбицкий. И в центральных газетах появился восторженный очерк «Москва родная» за подписью Куприна. Потом Куприны переехали в Ленинград, где получили квартиру на Лесном проспекте. Ленинградские врачи обследовали Куприна и нашли у него застарелый рак пищевода. Куприну была сделана операция, которая несколько отсрочила его смерть, но она была неизбежна, и все это понимали. Куприн скончался 25 августа 1938 года и был похоронен на литераторских мостках Волковского кладбища, рядом с могилой Тургенева. Я люблю Куприна. Из выдающихся русских писателей начала 20 века он мне самый близкий. Кстати, именно Куприну принадлежит уничижительное название Советского Союза «Совдепия», которое прочно вошло в обиход. Августа 1918 года в американском городе Лоуренс, штата Массачусетс, родился Леонард Бернстайн, выдающийся американский композитор, пианист, дирижер, автор опер, балетов, симфоний, мюзиклов, а также популяризатор музыки, чьи уникальные лекции с оркестровыми демонстрациями стали необычайно популярны в США и за их пределами. И благодаря этому заметно расширился круг любителей серьезной музыки. Бернстайн с Нью-Йоркским филармоническим оркестром побывал на гастролях в Советском Союзе летом 1959 года. Мне тогда было 13 лет, и летом я находился на даче в Карелии, поэтому не мог быть в Большом зале Ленинградской филармонии и ничего про это не слышал. Но те, кому посчастливилось побывать на этом выступлении, сохранили память о нем на всю жизнь. Это я понял, когда, готовя этот выпуск, посмотрел американский документальный фильм о гастролях американского оркестра, снятый в 59 году. Тогда же я понял, отчего после этих гастролей имя Бернстайна было нежелательно упоминать во всей советской прессе. Но об этом позже. О Бернстайне я впервые услышал в связи с его мюзиклом «Висайская история». Это была модификация легенды о Ромео и Джульетте, перенесенная на улицы современного американского города, где живут в постоянном конфликте белые и латиносы, как называют выходцев из испаноговорящих стран.
По мюзиклу был снят знаменитый фильм, о котором у нас писали. Публиковали эффектные фотографии. Но картина не шла на советских экранах. И тем не менее, мне удалось посмотреть «Висайскую историю», когда я учился в театральном институте в 1967 году на сцене учебного театра. «Висайскую историю» поставил Георгий Александрович Товстоногов со студентами своего актерско-режиссерского курса. Это была не только первая постановка «Висайской истории», но и первая постановка мюзикла вообще на территории Советского Союза, поскольку партийные идеологи враждебно относились к американскому джазу, американскому мюзиклу, считая это проявлениями буржуазной культуры, развращающе действующей на советского зрителя и слушателя. И только благодаря авторитету Товстоногова эту постановку удалось осуществить. Спектакль был интересным. Студенты отлично двигались, со страстью танцевали, пели сами, хотя и полюбительски. Но в России вообще драматические актеры редко хорошо поют. У нас нет такой культуры. И спектакль пользовался большим успехом у зрителей. Что касается музыки Леонарда Бернстайна, то в местах противостояния кланов она была эффектной, вызывала ощущение тревоги, опасности. А вот лирическая часть, с моей точки зрения, удалась композитору хуже. Там не было таких пронзительных моментов, которые мне хотелось бы переслушать, включая арию «Мария, Мария», необычайно популярную. Когда через 15 лет, учась на высших сценарно-режиссерских курсах в Москве, я смотрел фильм «Висайская история» с отличным вокалом, то эта ария опять-таки не произвела на меня сильного впечатления. Поэтому показываю другой фрагмент из этой интересной картины. Я так и не стал поклонником «Висайской истории». Хотя должен сказать, что в музыке восприятие бывает очень субъективным, даже несмотря на музыкальную развитость человека. Примером тому знаменитый пианист Гленн Гульд, который в детском возрасте услышал 40-ю симфонию Моцарта и был так возмущен ею, что у него поднялась температура, и он несколько дней из-за этого провалялся в постели. А я, когда в подростковом возрасте услышал ту же симфонию, был до крайности поражен ее красотой и новаторством. Она звучала по-современному, и во времена Моцарта никто не мог придумать такой красоты. Вот какое разное восприятие. Поэтому я не пытаюсь никому навязывать свои музыкальные вкусы. У меня даже с моей музыкальной дочерью, которая сама сочиняет музыку и поет, разные музыкальные пристрастия. Помню, как в журнале «Америка», который был необычайно популярен в Советском Союзе, я прочел лекцию Бернстайна о произведении Джорджа Гершвина «Рапсодия в стиле блюз». Я сдержанно относился до этого к этому произведению. Но когда прочел лекцию с многочисленными фрагментами нот Гершвина, которые Бернстайн приводил для того, чтобы объяснить, в чем их прелесть, я понял эту прелесть и с тех пор стал с удовольствием слушать «Рапсодию в голубом», особенно в исполнении самого Бернстайна с его оркестром. С какого момента я начал восхищаться Леонардом Бернстайном? После того, как посмотрел документальный фильм о Шостаковиче «Альтовая соната». Его сняли два режиссера – Семен Аронович и Александр Сокуров. Там были совмещены два фрагмента исполнения одной и той же Пятой симфонии Шостаковича разными дирижерами и оркестрами. В первом случае это был легендарный Евгений Бравинский с оркестром Ленинградской филармонии, во втором – Нью-Йоркский симфонический оркестр под управлением Бернстайна.
Когда я увидел Леонарда Бернстайна, я был поражен. Надеюсь, то же самое чувство испытают и мои зрители. Я понял, что Леонард Бернстайн – гениальный музыкант, и мое уважение к нему с тех пор остается незыблемым. Я приобретал все записи, какие появлялись на пластинках в музыкальных магазинах, и многие его трактовки стали для меня эталонными, то есть более органичными и убедительными, чем все остальные. Хорошо зная большинство выдающихся дирижеров мира, я ставлю Бернстайна на первое место и как музыканта, и как личность, потому что он является для меня пример абсолютно свободного человека, не отягощенного никакими религиозными, национальными, расовыми и политическими предрассудками. Он руководствуется в своих поступках исключительно собственными принципами порядочного, справедливого и доброго человека. И я не знаю никого из мировых дирижеров, который, полностью подчинив себе большой симфонический оркестр, не стал бы для музыкантов деспотом, которого все боятся. Бернстайн остался другом для своих оркестрантов, которым они восхищались и с удовольствием исполняли все его пожелания. Но теперь приступаем к рассказу о необыкновенной жизни Бернстайна. Бернстайн родился в еврейской семье эмигрантов из города Ровно Российской империи. Его мать звали Женя Резник, а отца – Самуил Бернштейн. Он был оптовый поставщик парикмахерских товаров. По настоянию бабушки внука назвали Луи, так и записали его в книге. Но в семье его звали Леонардом, а знакомые и друзья звали его Ленни. Семья Бернстайна была далека от музыки. Они воспринимали ее на уровне песенок, которые передавали по радио. Таким же рос и Леонард. До 10 лет, когда в его жизни произошло первое чудо. Случилось это так. Его тетя, сестра его отца, которая проживала тоже в городе Лоуренс, разводилась со своим мужем. Они разъезжались на разные квартиры, и ей некуда было девать принадлежащий ей большой рояль. И она попросила брата Самуила, чтобы он взял рояль к себе. Когда 10-летний Леонард возвратился домой из школы, и увидел огромный рояль, он был поражен до глубины души. Это было первое чудо в его жизни. Отбросив портфель, он тут же сел за рояль и начал перебирать клавиши, и, как вспоминала его младшая сестра, которой было на тот момент 5 лет, с той минуты Леонард не отходил от своей огромной игрушки, бренчал на ней с утра до вечера. Его отец и мысли не мог допустить, что сын станет музыкантом. Будучи местечковым евреем, прожившим до зрелости в провинциальном городке Ровно, где за чертой оседлости жила еврейская диаспора, чья жизнь так ярко описана в рассказах Шолом Алейхима, Самуил относился к музыкантам как к самому низкому сословию. Все знакомые ему музыканты были кочевниками, кочевали с одной свадьбы на другую, играли на похоронах, на танцах, жили фактически на подаянии. Он относился к ним с презрением. Но видя, как мужественно сражается его сын с роялем,
он жалился над мальчиком и нанял для него учительницу музыки, молодую пианистку, к тому же еще хорошенькую, которая давала ему один урок в неделю за $1 в час. И мальчик влюбился в нее. А когда она через 2 года вышла замуж и уехала в другой город, Леонард был очень расстроен. Это напоминает мне ситуацию в моей жизни, точно такую же. Когда я был мальчиком, еще моложе Леонарда, мне наняли в качестве домашней учительницы музыки студентку Ленинградской консерватории. Она была хорошенькая и тоже мне очень нравилась. И когда через 2 года вышла замуж, то я был очень расстроен. Мне пришлось дальше продолжать учиться в музыкальной школе, что было, конечно, для меня очень полезно. Но возвращаюсь к рассказу о Бернстайне. Обладая феноменальными способностями в музыке, он осваивал профессию пианиста семимильными шагами. Параллельно с общеобразовательной школой он закончил музыкальную и обрел навыки пианиста-виртуоза. Несмотря на постоянные конфликты с отцом из-за выбора будущей профессии, Леонард легко поступил в Гарвардский университет на музыкальное отделение и стал обучаться композиции у опытных педагогов. Еще до окончания университета в 1939 году 21-летний Леонард дебютировал как дирижер со своей собственной музыкой. А летом следующего, 1940 года, он поехал стажироваться в Бостонский оркестр к его главному дирижеру, известному музыканту русского происхождения Сергею Кусевицкому. Выделив Леонарда среди других учеников, он сделал его своим ассистентом, не сомневаясь в его будущей карьере как дирижера. Однажды Кусевицкий завел с Леонардом серьезный разговор по поводу того, что для успеха тому необходимо поменять свою фамилию. «Я не могу представить себе на афише американского концерта или оперного театра еврейскую фамилию Бернстайн», – говорил Кусевицкий. «Тебе нужно поменять слоги фамилии. Ты должен называться Стайнберн. И звучно, и не придерешься». Леонард обещал подумать до утра. А утром объявил своему шефу, что намерен добиваться успеха со своей еврейской фамилией Бернстайн. Уважаю его за это. И теперь я хочу рассказать о втором чуде, которое произошло в жизни Бернстайна и стало мощным трамплином в его карьере. Когда ему исполнилось 25, он участвовал в конкурсе на замещение вакантной должности ассистента главного дирижера Нью-Йоркского филармонического оркестра и выиграл его. А главным дирижером оркестра был всемирно прославленный дирижер Бруно Вальтер, ученик самого Густава Малера, о котором я рассказывал в 50-м выпуске «Дома культуры». Надо сказать, что должность ассистента главного дирижера предполагала 10-летнее, а может быть даже 20-летнее пребывание в этом качестве. И только после 40 ассистенты становились самостоятельно за дирижерский пульт, считаясь молодыми дирижерами. То же будущее ожидало и Леонарда Бернстайна, если бы не случай. Он всего 3 месяца работал в должности ассистента главного дирижера. 14 ноября 1943 года в зале Карнеги-Холл, в зале на 2000 мест, должен был состояться большой симфонический концерт в 2 отделениях. А утром этого дня Бернстайну позвонил больной Бруно Вальтер и сказал, что он простудился, скверно себя чувствует и не в состоянии провести вечерний концерт, и попросил Бернстайна продирижировать оркестром вместо него. Для Бернстайна это был как гром среди ясного неба, как удар дубиной по голове. Такого не бывает. Продирижировать большим концертом в 2 отделениях, в 2000-м зале, при элитарной публике, без подготовки, только с 1 дневной репетицией, это была, конечно, чистая авантюра. Но Бернстайн не думал от нее отказываться. Он воспринимал это как подарок судьбы и даже пригласил на этот концерт своих родителей. Сам Бернстайн вспоминает об этом концерте так. Когда перед началом ведущий объявил 2000-му залу, что прославленный маэстро Бруно Вальтер, на которого они купили билеты, сегодня дирижировать не будет, поскольку заболел, по залу прокатился ропот возмущения и разочарования. Но поспешил успокоить ведущий, концерт состоится, и оркестром будет дирижировать ассистент Бруно Вальтера, очень талантливый молодой дирижер Леонард Бернстайн. Но это не вызвало большого энтузиазма в зале. Раздались ироничные смешки. Бернстайн стремительно вышел на сцену, забрался на дирижерский пьедестал, взмахнул дирижерской палочкой и начал концерт. Дальнейшего он ничего не помнит. Кроме того момента, когда, завершив последнее произведение, он повернулся к зрительному залу лицом и увидел,
что все 2000 человек зрителей аплодируют ему стоя. Он не поверил своим глазам. А меня это не удивляет, потому что когда Бернстайн дирижирует музыкой, он сам превращается в ту музыку, которую дирижирует. От него невозможно оторвать глаз, как от искуснейшего танцора. И любая музыка, любой сложности, которую он дирижирует, становится понятна зрителям и слушателям, потому что о ней говорят его руки, его тело, его внутреннее волнение и его темперамент, которым он заражает каждого присутствующего в зале. После концерта в артистическую комнату Бернстайна пришли его родители. Они были в полном потрясении от того, что увидели и услышали. А отец, находившийся в полнейшей прострации, мог только время от времени повторять: «Ну надо же! Ну надо же!» Для него было совершенно неожиданным то, что он увидел. Какие тузы были в зале и восхищались его сыном. Он впервые увидел, что, оказывается, музыкант может достичь уровня банкира или даже президента страны. Для него это было совершенно невероятно. И с этого момента семейный конфликт, который длился годами, был завершен. Что до самого Бернстайна, то это был первый триумф в череде множества последующих. Ему невероятно повезло с неожиданной болезнью Брунвальтера. И не меньше повезло с тем, что его концерт транслировался по американскому радио на всю страну. И его имя мгновенно стало повсеместно известным. И это сыграло решающую роль в его будущей карьере. После этого в одном симфоническом оркестре двум гениям, Брунвальтеру и Леонарду Бернстайну, стало, вероятно, тесно. Поэтому Леонард отправился в Европу и стал первым американским дирижером, который встал за пульт оперного знаменитого театра «Ла Скала» и руководил постановками с участием великой Марии Каллас. Как только Бернстайн был назначен главным дирижером Нью-Йоркского филармонического оркестра, а произошло это в 1958 году, он предложил провести большую серию концертов-лекций для молодежной аудитории, чтобы приобщить молодежь к серьезной музыке. Это предложение было воспринято с большим воодушевлением властями Нью-Йорка. Помня по своему триумфальному первому концерту 1943 года, какое значение имела радиотрансляция для его известности, Бернстайн понимал, какое значение имеют средства массовой информации для популяризации серьезной музыки. И он поставил условием, что все его лекции и концерты будут демонстрироваться по телевидению. Это условие было принято. И таким образом произошло третье чудо в жизни Бернстайна. Он стал самым знаменитым популяризатором музыки в Америке и за ее пределами. А если учесть, что он для любителей музыки стал первооткрывателем полузабытых или забытых композиторов, таких как Густав Малер, то значение его как популяризатора и дирижера трудно переоценить. Ведь Малер действительно был полузабыт. Его произведения очень редко исполнялись. А Бернстайн стал первым, кто исполнил весь цикл его симфоний со своим Нью-Йоркским симфоническим оркестром. И таким образом вернул всеобщую мировую любовь к этому гению музыки. Что касается собственной музыки Бернстайна, то его первый мюзикл он сочинил в 1943 году. Он назывался «Увольнение в город». По нему было сделано две экранизации. Одна в 1949 году, в ней снялся Фрэнк Синатра. И я предлагаю фрагмент из этого фильма вашему вниманию. The famous places to visit are so many, so the guidebooks say. I told my grandpa I wouldn't miss on any, and we got just one day. Gotta see the whole town right from Yonkers on down to the bay. In just one day. New York, New York, the wonderful town. The Bronx is up and the Battery down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a wonderful town. 10 сентября 1951 года Бернстайн женился на чилийской актрисе и певице Фелисити Монте-Алегро. Она родила ему трех детей, двух дочек и сына. Они любили друг друга и были близки друг другу по взглядам и интересам. К тому же эта женитьба была важна для карьеры Бернстайна, так как развеивала слухи о его гомосексуальности, а его карьера зависела от благосклонности совета директоров, которые были все людьми со старомодными консервативными взглядами. Только благодаря этому ему удалось получить
должность главного дирижера Нью-Йоркского филармонического оркестра. Но надо сказать, что на самом деле слухи о гомосексуальности Бернстайна не были беспочвенными. Он действительно был геем, хоть тщательно это скрывал. Жена, живя с ним долгие годы, совершенно ничего об этом не знала. А когда узнала, это явилось для нее большой трагедией. Она сильно переживала и курила запоем, что привело ее к раку легких. Когда о ее болезни Бернстайн узнал, а он в это время жил отдельно от семьи, он вернулся к жене и окружил ее заботой и вниманием. Все последние месяцы не отходил от нее. А когда она умерла, он не знал, как ему дальше жить. И чувствовал постоянное угрызение совести. Винил себя за ее смерть. На самом деле гомосексуальная ориентация не была добровольным выбором Бернстайна. Это была природная установка, и его не в чем винить. Другое дело, что в своем поведении он не проявлял ни жантильности, ни кокетливости, свойственной многим представителям искусства гомосексуальной ориентации. Он был мужественен и энергичен, и когда дирижировал оркестром, и когда проводил свои лекции и концерты для молодежной и детской аудитории, которые нравились взрослым не меньше, а может быть даже больше, чем детям. Я сам не мог оторваться от этих лекций, когда готовил этот выпуск. И рекомендую своим зрителям найти его на YouTube. Эта серия называется «Бернстайн. Концерты для молодого поколения». Помимо того, что эти лекции очень познавательны, помогают понять многое в серьезной музыке, они еще очень интересны и доставляют истинное удовольствие. Предлагаю фрагмент из лекции концерта Бернстайна образца 1958 года. Как вы думаете, о чем была эта музыка? Скажите мне. Я был уверен, что вы так скажете. Ковбои, разбойники, лошади и Дикий Запад. Ну, во-первых, она не имеет ничего общего с ковбоями, потому что человек, который ее написал, о них никогда не слышал. Это итальянец по имени Россини. Нам кажется, что она о лошадях и прериях, потому что ее часто используют в кино или телевизионных шоу. Но на самом деле это увертюра к опере Россини «Вильгельм Тель», действие которой происходит в Швейцарии, а она довольно далеко от Дикого Запада. Так что эта музыка не про ковбоев, а про Вильгельма Теля, который живет в Швейцарии. Вы согласны? Нет. Это не про Вильгельма Теля, не про абажуры, не про ракеты, не про что. Тогда что делает ее такой захватывающей? Ну, на это есть миллион причин. Но это все причины музыкальные, это главное. Например, ритм, который похож на стук копыт. Или на марширующих солдат. Но это вовсе не означает, что это музыка о лошадях или солдатах. Значение имеет лишь магия ритма. Другая причина — в отличной мелодии, которую легко запомнить и которая будоражит вас. Она начинается с движения вверх и продолжается спадом вниз. Это как вопрос и ответ. Или это больше похоже на человека, который победил в споре? Давайте поспорим, вы и я, и посмотрим, кто победит. Я спою первую фразу, а вы ответите мне второй фразой. Я продолжу третьей фразой, и вы закончите четвертой. Хорошо, готовы? Поехали. Вы победили. Видите, какая захватывающая последняя фраза. Как композитор, Бернстайн является автором двух опер, трех симфоний, трех балетов, пяти мюзиклов. Я слушал множество фрагментов из его музыки, и ее отличает эффектность, изобретательность, местами красота. Когда я слушаю музыку Бернстайна, то всегда вспоминаю мировую классику. Это понятно, потому что Бернстайн настолько изучил всю мировую классику, что не может от нее избавиться, да, вероятно, и не хочет. Он продолжает традиции, делает это сознательно. И в этом отношении очень показательна музыка к его мюзиклу «Кандид», написанному по произведению Вольтера. Когда я слушаю увертюру «Кандиду», то поначалу
мне вспоминается Шостакович. На это размышление меня наводит инструментальная эксцентрика. А этот фрагмент похож на Брамса по гармонии, по мелодике. Однако это не значит, что я пытаюсь уличить Бернстайна в плагиате. Вовсе нет. Здесь нет никакого конкретного цитирования. Здесь есть заимствование стилей, и мне это нравится. Поэтому я считаю Бернстайна одним из самых культурных и ярких представителей музыкального традиционализма. Летом 1959 года Нью-Йоркский филармонический оркестр, воспитанный Леонардом Бернстайном как главным дирижером, совершил невероятное по длительности турне по странам Европы, в ходе которого побывал в Советском Союзе, на родине родителей Бернстайна, где в течение 2 недель давал концерты в Москве и Ленинграде. Для публики, любящей серьезную музыку, это была невероятная радость, а для советских функционеров, партийных идеологов, заноза в заднице, от которой они мечтали поскорее избавиться. Но сначала о людях с душой и сердцем. Советские любители серьезной музыки представляли собой уникальную, единственную в своем роде аудиторию, какой не было во всем мире, нигде. Об этом говорили иностранные музыканты, входящие в жюри первого конкурса имени Чайковского, восхищаясь этой публикой. Вот эта публика получила возможность услышать невероятный по слаженности, виртуозности и звучанию Нью-Йоркский оркестр. Увидеть невероятного по эмоциональной заразительности дирижера, каким был Леонард Бернстайн. И получила массу впечатлений на всю жизнь. Теперь о мухоморах с партбилетами. Существовала предварительная договоренность о совместной съемке американского и советского телевидения документального фильма о гастролях американского оркестра в Советском Союзе. Сценарий был утвержден на высочайшем уровне. Хотя смешно говорить о сценарии, когда дело идет о симфонической музыке. Но в Советском Союзе даже поздороваться в эфире нельзя было без предварительно написанного и утвержденного текста. Импровизация никакая не допускалась, ни в каком случае. Поэтому советские власти так отрицательно относились к искусству джаза, искусству импровизации. А Бернстайн с самого начала повел себя не по сценарию. Перед каждым выступлением он произносил какие-то тексты, играл какие-то кусочки на инструменте, на рояле, в оркестре. И хотя функционеры не понимали, говорил он не по-нашему, но каждый раз напрягались, чувствуя какую-то антисоветчину. А идеологам не нравилось, что он сыграл впервые на советской земле запрещенную еще в 30-е годы, осужденную за формализм, пятую симфонию Шостаковича. Но самым неприятным для советских властей явился абсолютно незапланированный эпизод, когда после концерта жена Бернстайна Фелисити провела за сцену, минуя кордон охраны, опального поэта Бориса Пастернака, недавно получившего Нобелевскую премию по литературе. А надо сказать, что за день до этого Бернстайны побывали на даче у Пастернака, провели там целый день, и сегодня они встречали его как старого задушевного друга. Сам Пастернак, который много месяцев проживал на даче как отшельник, затравленный и осужденный в советской прессе, впервые воспрял духом, много смеялся, шутил. А для американского зрителя он воспринимался как главный представитель советской страны.
А ведь в советской прессе он был осужден и объявлен врагом народа. После окончания гастроли американского оркестра американское телевидение получило официальное письмо, в котором говорилось следующее. Госкомитет радиовещания и телевидения и работники центральной студии телевидения, участвовавшие в съемках фильма-концерта, глубоко возмущены произвольными действиями американской телевизионной компании, которая снимала для фильма кадры, не оговоренные в утвержденном сценарии, и выражают свой протест. Мы требуем, чтобы этот фильм в той искаженной редакции, которую сделала нью-йоркская телекомпания, был уничтожен и не демонстрировался американским зрителям. Что могли сказать американские коллеги на это письмо? Только порадоваться, что они американцы и живут в свободной стране. Они не ответили советским властям, а просто продемонстрировали по телевидению этот фильм без всяких купюр. В начале 1990 года Бернстайн по состоянию здоровья вынужден был отменить несколько концертов в США и Японии. В последний раз он дирижировал симфоническим оркестром в августе 1990 года в городе Тенквуд, штата Массачусетс. 14 октября 1990 года Бернстайн скончался от сердечного приступа и был похоронен в Нью-Йорке на кладбище Гринвуд рядом с могилой жены. Будучи гениальным музыкантом, которым я восхищаюсь, Леонард Бернстайн представляет для меня высокий пример свободного человека. Сын местечковых евреев, напуганных, сбежавших от России от еврейских погромов, он никогда ничего не боялся. Будучи подростком, он, вопреки воле отца, выбрал для себя профессию музыканта. Затем, не послушавшись совета учителя, он остался со своей еврейской фамилией, не предав памяти предков. Наконец, став в одночасье знаменитым и богатым, он занялся музыкальным просветительством, стремясь приобщить к прекрасному миру музыки миллионы людей, которым пока этот мир недоступен. И, наконец, оказавшись на гастролях в тоталитарной стране, он не стал играть по правилам ее хозяев, а остался верен себе и своим принципам, продемонстрировав, что значит быть свободным человеком в стране несвободных людей. И, наконец, последняя деталь. Не знаю, по его ли воле или по решению его близких, вместе с Бернстайном было похоронено его любимое музыкальное произведение – партитура Пятой симфонии Малера, которую положили к его сердцу. Завершая 64-й выпуск нашей программы, я хочу прежде всего поблагодарить тех, кто оказал поддержку нашему каналу, и обратиться к тем, кто собирается это сделать. На ваших экранах под видеоизображением переведены ссылки, открыв которые, вы легко сможете послать денежный перевод на мой личный кошелек в платежной системе PayPal. Нам нужна ваша поддержка. Не забывайте ставить лайки после середины просмотра, а также подписываться на наш канал, те, кто не успел это сделать. А теперь я приглашаю всех стать гостями 65-го выпуска программы «Дом культуры» Юрия Мамина.